У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию. Даю честное, благородное слово. Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах, с утра до ночи. Вот вы говорите, царь, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. Вношу в федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России 2 новых субъектов федерации. Республики Крым и города Севастополь. Минуточку, дайте еще этот банкет. Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Законопроект о повышении пенсионного возраста принят в 3-м окончательном чтении. За проголосовали 332 депутата против 83. Документ поддержала только Единая Россия. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. Шутим. Тоже мне трапунька и штепсель нашелся. Маратейн, мою самую дремунту до муску. Что? Какое? Ах ты, хулиган! А еще очки одел! Интеллигент несчастный! Владимир Путин и его жена объявили о расторжении брака в интервью телеканалу «Россия-24». Ну, какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней или не разводимся? Это наше личное дело. Андроид-водитель по имени Федор Солдат в виде экзоскелета. Еще недавно вот эти разработки находились под грифом «Секретно», а сегодня их продемонстрировали в Подмосковье на выставке «Роботехника». Видел чудеса техники, но такого! Долгие 8 лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде. А в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас уже в ходе референдумов киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательной комиссии. Запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Ну, если, конечно, он не врет. Наверное, врет. Ох, как это глупо! Из ревности оскорблять человека! Ну не может же он каждую минуту врать! Путина в отставку! Путина в отставку! Царь Иван Грозный в последние годы своей жизни, окружив себя опричниной, творил дела беззаконные. Демоны! Демоны! Это духовная скрепа! Это линия самоидентификации нашей нации. Сгинь, нечистая щека. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Охваленные золотовалютные резервы, как в сказке, вмиг превратились в тыкву. Все передовые страны из-за войны с Украиной, то есть из-за грубого нарушения международного права, российские резервы заморозили. Что это вообще было? Граждане. Храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. А это? А это еще что? Ну вот, видали? Ну, пожалуйста. Фу. Не задержали, а я сам к вам шел, к вам. Сам, чистосердечно во всем признаться. С восторгом предаюсь в руки родной милиции. Боярня моя со своим любовником на Кавказ сегодня убежала. Вот такая тоже приятная новость. Хороший друг познается в черный день. И дост карагюнде били олур. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Жжешь, собака! Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я это ощущаю так, что операция эта затянулась. То, что вы рассказали, грандиозно! Вам, как очевидцу, цены! Товарищ Тимофеев, когда это кончится? 2-3 недели. 2-3 недели, я сразу. 2-3 недели. 2-3 недели. Сидя на своих местах, я боюсь, враг слишком быстро справится с вами. Боже, какой типаж! Браво, браво! Я не разглядел, ни один из вас не встал. Замечательно, поразительно, гениально. И ныне я благодарю вас за этот жест. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Слава России! Ой, дурак. Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь. Путин, Путин, хуйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Танцуют все! Покатила ляша в грунт, то поможет за ЦУ.